Оказывается, я думаю, я сейчас вот посмотрю у нее рекламу, у него и у него, но оказалось, я одну рекламу посмотрел у этой девки, и это уже, ну, я больше не могу смотреть эту рекламу. Вот, как мы видим, она получила револьвер и лучшее пневматическое оружие. Я посмотрел мега кринжовую рекламу про фри рубаксы. Вот, там, короче, девка, у нее не было рубаксов, она, короче, какую-то, я не знаю, фигню сделала, и у нее 10 тысяч рубаксов, она еще какой-то код вела, Лаки Китти, еще миллиард рубаксов, она закупила мега кринжовый, это, скин себе мега кринжовый сделала, потом под конец какой-то кринжовый скин начал смачно флексить. Кринжовым танцем. Не умер на месте. Это было опасно. Я думал, что их отозвать уже. Бля, какие они крутые. Подожди, сколько у нее крышек? Я не посмотрел, подожди. Где эта девка-то? Сколько у нее крышек? Не сильно стало много. Я думаю, их реально стоит их поотзывать. Давай, отозвать. А, вот оно зачем. Так, Артекресс мертв. Отозвать. Ага, все, и ты тоже иди. Тут я показываю, сколько они будут идти. Ладно. Это получается, сколько кто был? Ты 18 минут? Серьезно, ладно. Ты 28, нормас. И ты 32. А разве не больше? Ты сейчас вообще? Ты 57 минут, 36. Может, это метры, типа, я предполагал. 17 мая. Не знаю. Или, может, возвращение в убежище осталось 17 минут. 27, 31. Ну, я понял. Да, давай не надо. Подожди. Я могу пропустить задание? О, прикольно. Вот это круто. Подожди, это же бесплатно. А, ладно, пофиг. Мгновенно вернуться, я, конечно, не знаю. Ладно, вот ты давай мгновенно возвращайся. Что собрать? Так, все, заходи. Располагайся тут. Отлично. Пусть они тоже возвращаются быстрее. Ладно, давайте тоже скоро. Блин, тут он крутой.
Они вообще не срываются, им нормально. Даже не использовал хилку. Пипец, он крут. Так, а он что, 14 минут может подождать? Мне постоянно, да, я подожду. Ну, это реально имбово. Надеюсь, мне какой-нибудь питомец выпадет. Вот. Надеюсь. Никогда не понимал, почему я могу забрать энергию, мне миллиард крышек дадут, но я в любом случае рад. Оу, прикольно. Ну тут я не боевался, тогда норм. Слышь, ты всегда на посту, иди вою.
итог хотел ускорить. Да ладно, офигеть, это круто. По идее, собирает крышку. Целых две никогда. Слишком дофига. Ладно, я это уберу за две колы посрать.
сколько можно. Ладно. Прости, пистолет. Серьезно, за столько? Ладно, мне надо выполнить задание. Я это сделал только ради задания.
Да он соберет хотя бы одну эту шнягу. Бля, мастер, мистер помощник. Я как бы... Уже ты умеешь, впрочем. Когда ты хотя бы немножко крышу пособираешь. Наконец-то, наконец-то новый житель, наконец-то, боже, я ждал этого, нифига, подожди, она сейчас переоденется, так, я думаю, нифига, у нее какой-то костюм, но нет, ну и все, блин, да я знаю, наконец-то, сколько стоит, 400, смачно. Ну ладно, все, копим, получается, на медпункт. Я не знаю, где его разместить. Наверное, размещу его тут. Ну да, давай. О нет, о нет, о нет, о нет, я ждал этого всю свою жизнь. Так, чел, ты иди сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. А стрелять как бы нет? Вас не учили? Да, сейчас все побежали. Сюда иди. Ты куда, боже, сюда иди. Иди сюда. Давай, топовый челик, иди сюда. Ты сюда. Переполох. В смысле, он сдох? Ничего не понял, там кто-то умер. А, это злодей умер. Это злодей умер, фух. Знаете, что я сейчас вспомнил? У меня есть какой-то нафиг что-то наподобие флешбека. Короче, я сейчас вспомнил, что в этой игре я когда-то взял каких-то челиков, зашел в какой-то дом, там что-то лутал и от кого-то отстреливался. У меня есть предположение, что это я, получается, построил кабинет смотрителя, каких-то челиков отправил, за них играл, зашел в какой-то дом, и там движуха была.
Вот это, наверное. Вот. Что-то мне раньше слышал. Вот так, все на своих местах вернулись, да? Блин, никто не умер, надеюсь. Из наших. Вроде нет. Вроде у нас все норм. Поэтому я хотел прокачать вот это. Не паров уже. Короче, решено на все 100%, я как минимум сюда еще один медпункт поставлю, возможно сюда еще, то он был вообще мега огромный, тут могло дофига челиков влезть. Да ладно. Одна крышка найдена. Ой, да спасибо.
Я думаю, я еще в пустошь новку отправлю. Я думаю, не пройдет эту хилку, что он так у меня крутой. Вот. А, ну ладно. Не хочу ускорять. У них жужу повышен. Иди чиль, отдыхай, радуйся. Идите оба, отдыхайте и разговаривайте, и радуйтесь. Присядь и радуйся. Ладно. Идите работайте, если вас не веселит отдых. Вообще все замечательно, пресс.
Опять я хочу сделать, получается, электростанцию. Так сказать, дофига тут три комнаты электричества. Скорее всего, будет три комнаты медпункта. Скорее всего, тут будет две комнаты этого отдыха. Тут вообще без понятия, что будет. Тоже. Тут еще одна комната склада. Может, еще одна. Я предполагаю, что пока две будет. Вот. Я думаю, что стоит тут шнял вколоть, чтобы тебе наконец-то заспавнился новый челик. Ну, давай. Или не надо. Ну блин, с одной стороны это конечно тупо, с другой стороны, когда уже появится новый челик, я жду миллиард лет. Мне, если честно, надоело. Ну давай. Ладно. Ой, да неужели?
Ну, наконец-то. Спустя 1000 лет. Ну, наконец-то. Будет ходить по убежищу. О, прикольно, ну пусть ходит. Тир-1, наверное. Да ладно, что, бесплатно, спасибо. Вот. Тир-1, это, наверное, там против радиации. Логично. Вот, блин, круто, похоже, еще тут бесплатно. Это. Помню, как у моих персонажей были питомцы. Эх. Ладно, я не совершу прошлую ошибку, если будет задание по типу это отразить атаку, типа, чтобы челики, чтобы были без оружия, я не буду это юзать, я уже знаю, что это нафиг. Ну, как вам сказать? Опасно. Причем сильно. Ой, вы прикалываетесь. Самоубийца, боже, так. Тебя сюда. Я сюда. Так. Кого куда еще? У тебя есть пистолет? Все, у тебя есть пистолет, значит, ты тоже нафиг идешь. Файтиться, сюда идешь. Тоже идешь. С чего я вам дам нафиг хилку? Если понадобится. А, скорее всего, понадобится. Стреляйте там хоть. Дети плачут. Если нужно будет продать, я продам. Не, даже хилок не применил. Да стреляет уже. Ауч. Давай. И пусть он тебе поможет. Огонь. Ой-ой.
Это плохой знак. Ты чё, в рукопашку прикалываешься? Стреляй! Чё? Хорош, девка, хорош! На, на! Куда? Куда? Уши, ждите, бегите. Так, чел, стой. Ой, нет. Вон, наконец-то, мы вас убили. Есть, вернуться в свои места. На, кайфуй. Заслужил. Давай тоже кайфуй. Кайфарики. Ну ты вообще и так кайфуешь. Ты норм. Так, все вроде как вернулись на свои места. Так, энергию вырабатываем там, да? Блин, долго, ну ладно. Что поделать? О, хорош. Еще одну ружку ему зафигачил. Отличить тебя работу. Так, у нас же эту переноску зафигачилась, да? Пугай, собака. Прикинь, я уже понял, что она собака. Выполнение задачи X2. О, ну я знаю, куда это. Я понял. Давай тебе сейчас. Тебе давай. Баф. Не факт, что есть другие, но есть рейдеры, это факт. Потому что мы их всех переубивали, надеюсь.